Доброе время суток. Сегодня у нас 15 октября 2021 года. Мы в новом месте. Ну, как новое. Вон на том склоне, гребне, мы снимали в прошлом году Солонец. Основные серии дневника натуралиста там проходили. А мы поменяли локацию. Это у нас Арча, можжевельник, такое красивое ущелье, сухобалка, моя тень оператора, красивое ущелье такое, со скальным выходом. И у нас вон то ущелье в центре кадра, там у нас новый Солонец. Мы его сегодня высыпем первую соль. И через какое-то время придем, посмотрим, что у нас по погоде. Вы поняли, у нас чистое небо, все классно, супер, тишина. Уже два раза вот на этом плато выпадал снег, вот там в теневых ямках местами еще снег остался, и мы идем. Есть слабый ветерок. Западный, точнее восточный, извиняюсь, ошибся стороной света. Если это у нас восточный ветер, погода еще будет долго солнечный и теплый, но ветреный. Так, мы пошли дальше. Итак, мы почти пришли. Вот она, наше ущелье. Сухая балка тоже. Вода была тут только весной, когда снег тает. Был здесь позавчера. Видел двух косулей. Они как раз здесь были, в этом ущелье. Мы там... Я там солонец сделал. Сейчас попробую еще сделать. Ну, сейчас посмотрим. И попробуем высыпать килограмм соли. Идем дальше. Итак, вот так вот. Вот северный склон. Белые пятна, это снег лежит. Вот так ущелье оттуда идет. Тут развилка одна туда и вот тут. А тут такой небольшой арчевый лес. Я решил где-то здесь найти место. Там в Святой Арчи я находил площадку хорошую, но слишком открыто и вряд ли кто придет. А мы как раз пройдемся, вот здесь поищем место какое-нибудь. Сделаем Солонец. Я ставлю, делаю с учетом того, если вдруг когда-нибудь у меня будет фотоловушка. Я ее... Ну, чтобы было легче ее ставить, маскировать. Так что... Ну и так легче самому замаскироваться и наблюдать за Солонцом. Вот подходящее место. Наверное, сейчас тут осмотрюсь. Если будет... Много зябликов. Птички есть. Вот мы нашли место для солнца. Хорошая полянка. Арчевый лес вокруг. Еще та сторона просматривается. Вот здесь, наверное, сделаем солонец. Ну, площадку сделаем. И больше высыпем соль. Ну, и посмотрим. Тут, во-первых, со всех сторон лес. Ветра практически нету. Все просматривается. И посмотрим на следы и все остальное. Сегодня соль высыпем. Где-то через недельку придем. Точнее, я приду,
поснимаю. Там бородач летит у меня, на эту сотку не видно. А вон точка виднеется на дерево. Это у нас бородач летит. И улетел. Ну вот мы тут площадку сделаем. Там я вижу в скалках хорошая точка наблюдения. Можно там сесть и наблюдать. Ну, мы пока тут делаем площадку, выравниваем, потом высыпаем соль. Ну и попьем чаю после окончания работы. И по-тихому пойдем домой. Примерно вот так у нас выглядит площадка для солнца. Небольшую для начала сделал. Для разведки, если через недельку здесь будут, ну, при следующем приходе будут следы, что здесь животные приходили. Тут неподалеку, вон там я видел покопы барсука, так что проверим, придем, если, ну, животные были, следы какие-нибудь, то сделаем более капитанную площадку. Сейчас еще немного подровняю, утрамбую, так, чтобы естественно выглядело. Ну и так естественно выглядит. Вот сюда высыпем на площадку соль немного. И посмотрим, что у нас получится. А так, смотрите, какая красотень. Начал лес, мертвая тишина и никого нету. Тихо-тихо. Классно. Так что приступаю к дальнейшим действиям. Будем делать солонец. Дальше. Как вы поняли, прошлогодний солонец не удался. Подозревал, что я просто неудачное место выбрал. Там, походу, кроме меня никто про этот солонец не знал. Вон там кеклик полетел на той стороне. Кеклик есть, значит, можно на той стороне или на этой стороне сделать еще и кормушку для кекликов. Ну, куропаток не помнят эти. Что-то не... По-моему, есть куропатки здесь. Должны быть. Ну, посмотрим. Сделаем. Осталось приобрести фотоловушку. Ну, или у кого-нибудь попросить. Как будет, так сразу поустановим. Тем более тут места много, куда устанавливать. Так что будем искать и устанавливать. Так вот, соль от грецкие орехи кучкой высыпал. Посмотрим, для... Ну, прилетят птички, за ними крупнее хищники, ну и так от мелкого к крупному, может, привлекут внимание, придут уже крупные животные и с фразы «Опа, соль!» начнут питаться тут, приходить, проверять. А мы будем тоже приходить, проверять. Я буду снимать на видео и показывать вам отчеты, кто приходил, кто уходил.